Маргаушская птицефабрика по праву занимает одно из лидирующих мест в Чувашии по производству высококачественной продукции – мяса животных, птицы, яйца. Постоянный контроль качества, применение современных технологий и выпуск новых видов продукции позволяет компании быть ближе к покупателям и заключать взаимовыгодные договора. У нас успешно прошли переговоры с крупнейшими сетями, торговыми сетями России, то есть поэтому будем радовать продукцией не только как бы на чувашском рынке, но и уже на уровне России. Мы как бы стараемся кормить птицу только натуральными кормами, пшеницей, ячменем, без всяких добавок. Маргаушская птицефабрика основана в 1968 году. На сегодняшний день это быстро развивающееся предприятие, где действует 17 производственных цехов, 13 из которых предназначены для производства яйца, 4 для выращивания молодняка, 1 цех инкубации. Птицефабрика имеет 3 земельных участка общей площадью 105 гектаров. Производство 70 миллионов яиц в год – это еще не предел возможностей. Сейчас у нас поголовье 290 тысяч с учетом молодняка, вот 220 несушек тысяч и 200 тысяч яйца. Ну, 70 миллионов они яиц почти. Да, 70 миллионов. В этом году должны 72 как минимум. Да, мы переплюнем. Министр сельского хозяйства Сергей Павлов по достоинству оценил качество продукции. Маргаушская продукция уже давно завоевала сердца многих покупателей и по-прежнему радует их своим качеством и отменным вкусом. Вкусные яйца, всегда свежие, вон желток очень желтый, поэтому похоже на домашние деревенские, поэтому их и покупаем, и берем. Я хожу специально в магазин, который находится у нас в магазине «Восход», там у нас специальный отдел «Маргаушская», и мы яйца приобретаем только там. Спасибо вам большое за работу и за ваши самые вкусные, прелестные яйца. Маргаушская птицефабрика привлекает на производство высококвалифицированных специалистов и с каждым годом расширяет свое производство. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика.